что-то там выглядывает. Кто тут у нас выседает в уголочку? В уголочку кто там выседает? Ой, уже солнце сюда поворачивается, сейчас будет жарень. Софиюшка, когда мы с тобой жалюзи повешаем? Мы с тобой все умеем, да? Но жалюзи, однако, мы не сможем. Вон он, этот жук вчерашний, тут опять. Он, наверное, у нас живет. Вот ты его сейчас и поймаешь, да? Не боится. Нет, лапы только. Все? Спрятался? Ты мне эти тут разобьешь? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, София, вот он. Вот он. Что за жук? Дим. Только его не ешь. Что за жук? Я такой первый раз вижу. О, перевернулся. Где он? Где он? Ой, прыгает, прыгает. Уйди. Чего за нос хватает, а? А, что, испугалась, София? Ты испугалась? Ну-ка. По форме похож, когда-то называют еще жук навозный, но это, наверное, не он. Жук навозный больше размером и немножко расцветка другая. У этого какие-то там дуги красные. Мне против солнца ничего не видно. Вернее, солнце светит ярко, и я экран на телефоне почти не вижу. Наташа играет с жуком. София побежала. Ты куда там побежала? Жарко стало, легла на пол. Ой, убежал мой жук-то. Я тут играюсь. Где ты здесь? Вот он. Вот он. Какие только мухи и жуки не летают. Ой, хорошо, какой ветерочек и солнышко. Собираюсь ехать на дачу, на дачку проверять свою теплицу, тепличку. Ой, какие красивые деревья, такая зелень красивая и столько оттенков. На сосне темно-зеленый, и лиственница чуть-чуть посветлее, березка еще светлее. Так, вон там что стоит. Ой, сколько цветов-то всякой зелени разных оттенков. Красота. Ты пришла и боишься тут проходить? Вон он ползает, твой жук. Жук будет жить с нами. Еще одна живность. Да? Ой, 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 ой. И меня-то пугаешь, Софийка. Вот он, ай. Ой, ой, господи. Тё на меня, на халат. Я потешно увеличила, когда показывала деревья, и продолжаю также снимать. Думаю, что-то не то, ничего не вижу на экране, когда близко. Играется Наташа, да? Ты скажи, играешься? Ну ничего, поиграться тоже полезно, не все унывать, киснуть.
А тем более гневаться ни в коем случае. Нет, 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 никогда не надо гневаться. Это приносит только вред своему здоровью. Сами себе люди делают еще хуже. На кого-то, если гневаются, ругаются. Тем-то людям хорошо. А вот тебе-то ж плохо, согласитесь. Сам себе вот портишь здоровье. Настроение сам себе портишь. Там мне девушка написала в комментарии видео, где я показываю, как выправить сумку кожаную. И я там оговорилась или просто сказала, ничего страшного, считаю, что концы туфлей, я так сказала, а надо туфель. Ну, я думаю, это такая мелочь. А она мне с таким замечанием. Фу, деревня. И туда же на YouTube. И туда же в блог. Память в телефоне кончилась. Пошла, почистила, продолжаю дальше снимать. Но я вот по поводу этой девушки. И вот она написала этот гневный комментарий для меня. Мне это все равно. А она там с каким чувством, с какой злостью, да, с негодованием мне это писала. Сама себе портила настроение. Или что она там сама себе. Ну, как говорится, Бог судья. И причем я заглянула к ней на канал. У нее нет канала, она просто создала аккаунт и пользуется Ютубом, смотрит видео. Кстати, по поводу видео. Сегодня монтировала я. Пробовала озвучивать. И какая у меня интересная накладка получилась. У меня получилось то, что тот звук на том ролике остался. И моя озвучка туда же наложилась. Как так получилось, я до сих пор разбираюсь. Порой сижу, сижу в телефоне, все изучаю, пробую. Все пробую. Потом устаю, естественно. Телефон выключаю, заряжаю, чищу. И потом заново. Так что тружусь, тружусь и тружусь. Ну, кроме телефона и кроме Ютуба есть ведь своя жизнь. Сколько еще в своей же жизни забот и хлопот. Мы же не всю жизнь можем показывать на всеобщее обозрение, правда? Так что вот. А, ну еще хотела сказать, что девушка мне как сказала. Деревня и туда же в Ютуб. Вы знаете... В Ютубе кого только нет. Кого только нет. Кого только я не смотрю. Я часто смотрю. Смотрю часто. И много разных людей. И всех смотрят. И на всех находятся зрители. Поэтому я ради кого-то не собираюсь закрывать свой канал. Я такая, какая есть. И я не собираюсь играть кого-то другого. И не хочу, и не буду. Я думаю, вы со мной согласитесь. Ну ладно, пойду дальше делать свои закадровые дела. Вам всем всего доброго. Оставайтесь сами, самими, сами собой.